Ну, я считаю, что Братиша сегодня была самая слабая игра в этом чемпионате. Ну, в причинах будем, наверное, разбираться. Ну, первое, наверное, то, что ребят характера сегодня не проявили они характер, не включили ни морального левого, ни все ресурсы, которые человеческие бывают у людей. Поэтому я думаю, что жара все-таки сказалась. И хозяева, наверное. Что же скажете насчет судейства? Судейство, я считаю, нормальное было. Нормально. А Багаев почему во втором тайме только вышел? Не в форме он или как? Вы знаете, он является легионером, поэтому у нас было 5 человек легионеров, и а на его позиции главный лимитчик. Спасибо. Вопрос? Ну, долго мы к этому шли, практически месяц, сколько я работаю с командой. На первом плане сегодня стоял результат. Командная игра придет, сама дача ребят доволен. Вот. Никакой эйфории нет в команде. Я сказал, это победа, нужно уже забыть, готовиться дальше. Вот. То, что мы планировали, и план на игру наш сработал. А Клешев насколько выбыл, еще нет? Не знаю, это будет заключение врачей, какой-то вердикт, я не знаю. У него там приводящая мышца. У нас сегодня двое ребят пропускали, двое заболели. Пришлось перестановки поставить. Но, в принципе, те ребята, которые играли не на своих позициях, тот же Кучма, Недошковский, в принципе, доволен. Голиш тот же пропустил месяц, не работал. Но сегодня сыграли на морально-волевых. Они знали, за что они играют, для своих болельщиков и так далее. Потому что мы все в долгу перед нашими болельщиками. Этот состав, эта схема в будущем будет применяться, будет закреплена или еще будет? Я за здоровую конкуренцию. Конкуренция порождает качество. То есть все идет через тренировочный процесс. Кто сильнее, тот и будет играть. А футболисты все готовы выйти на любой позиции, играть и защищать цвета этого клуба. А насчет судейства что можете сказать? Я судейство не комментирую, не хочу комментировать. Вообще. Хорошо.